Предъявить кассовый чек этот продавец не смогла ни покупателям, ни налоговикам. Такого аппарата у Бибинур, которая торгует в Центральном парке уже больше полугода, просто нет. Что работать без кассового аппарата – это нарушение законодательства. Я не знаю, честно говоря. Я продавец. Я только вот тут продавец. Как оказалось, у продавца солнцезащитных очков отсутствует и разрешение на торговлю. Ревизоры в наказание конфисковали часть товара – почти на 40 тысяч тенге. Вернут отобранное, лишь когда владелец точки предъявит регистрацию своего ИП. Первый материал уже в суде, но повторно мы уже месяц, у них было время для того, чтобы встать на учет, как индивидуальный предприниматель. В этот день налоговики проверили не только торговцев. Заглянули ревизоры и в кафе. Здесь, к примеру, продают алкогольные напитки без разрешительных на то документов. Причем за это владельцы уже получали выговор от фискалов. Однако никаких выводов не сделали, даже спустя месяц. Если в прошлый раз предприниматели отделали штрафом, то в этот раз лишились всей горячительной продукции. По которым мы привлекаем данных лиц к административной ответственности. Собираем нужный материал и направляем данный материал в административный суд для принятия процессуального решения. Такие проверки проводятся исключительно в летний сезон. Только за последние 6 недель наказаны 20 недобросовестных предпринимателей. Всем им пришлось заплатить штраф до 40 тысяч тенге. Однако выручка в пик продаж оправдывает все взимания ревизоров. Агирим Авзюбек, Нурлан Куанышев, телеканал «Алматы».